Так, всем привет, с вами снова «Братья по оружию», «Мрачный оптимист» и «Артаут» уже на связи. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен танку М103. Мы будем кататься взводом, как обычно, каждый из нас будет на 103-м. И такая вот ситуация, что у Миши 103-й топовый, а у меня нету топовой пушки и топового двигателя. И мы вот посмотрим, то есть велика ли разница, то есть там, ну, по результатам боя, по эффективности во время боя, как-то можно будет оценить, то есть сильно ли он проигрывает топовой комплектации. Ну, то есть моя комплектация проигрывает топовой. Так, значит, все во взводе. Так, ну, про танк ничего рассказывать не буду уже. Все, кому надо, все уже посмотрели. А кто не посмотрел, идите и смотрите быстро. Так, мы в топе. Рудники. Так, и разведка доложила, что 50-120 у них требуется вынести в кратчайшие сроки, потому что он может очень много наделать дела. А объект 704? 704, ну тоже не, но этот посерьезнее. У них еще и арта своя. Ой, 5 арт, так, все, я знаю, куда я поеду, я более другое место я не поеду. Я поеду, ну, все, наверное, уже догадались, куда. Знаешь, такой и в воду уехал, появился. Да не, под насыпь, короче, под центральную горку. Потому что все остальные позиции, они в данной ситуации не очень подходят. Но в принципе, нам в любом случае надо туда ехать, потому что у нас и 8 ИСы горку должны брать все-таки, учитывая, что они гораздо более маневренные, чем мы с тобой. Должны, так, и сразу должны. Подожди, стоп. Вот мы смотрим, да, разница в скорости. То есть у него Миши топовое двигло, у меня. Ничего, у меня оно не топовое. У тебя не топовое двигло? Нет, мне осталось только двигло, а пушка он, топовая. Вот он меня обманул, все. Нет. Ты мне говорил, что у тебя топовое. Я ничего подобного не говорил. Я просто не перебивал тебя, когда ты рассказывал, что оно у меня топовое. Не перебивал. Ну теперь как бы это уже вопросов к Михаилу больше нет у меня. Так. Ну что из 8 делаешь, дружище? Значит. У них 75-й там, я не очень хочу с ним играть в какие-то игры там непонятные, поэтому пускаем. Просто едем и убиваем. Поэтому вот, да, просто вот едем это. И сносим всех. Отличная тактика, она никогда, правда, не работает почему-то. Так, тут пока никто не вылез, вон там сушечка пытается. По-моему, кто-то вылез. И моя хорошая, на! Слушай, у меня лаг только что был, слышишь? Она уже был лаг. Был, да? Она у меня дернулась где-то на полметра, наверное. Мой лаг показал, что ты просто тупо промазал. Нет. Вот кто смотрит запись, те увидят. А, у меня же торренты запущены. Молодец. Да, я забыл выключить торренты. Рубай, ну после. Торренты. Не, ну я не смогу сейчас. То есть, ну ладно, сейчас я быстренько прерву запись и выключу, и потом снова включу. Так, все. И снова на месте. Вовремя ты пришел. Да, я всегда взгляды. Вовремя. У него торчит кусок передницы или задницы, не знаю, там чего-то, в общем, такого весьма доступного. Ну, молодец. А, собака. Всё, получше стало вроде как. Так, все, наша задача здесь держать просто. Мы никуда не поедем с тобой вообще. Потому что... Еще бы получше. Так, встань-ка. Жди, есть шанс его в НЛД прозацепить. Нет, нету. Ну, нет, шанс-то был, но мне не удалось им воспользоваться. В силу... Поверни корпус влево. Вот так, что ли? Да-да-да, чтобы я еще тоже так строился. Блин, он высунулся и только что из-за твоих этих... И всунулся. Да, и всунулся. Из-за твоих этих... всех заморочек с корпусами. Так, у нас команда неплохо действует. Надо им дать, отдать им должное. Нормально, можно чуть-чуть поддавить, там из 8 сейчас будет 75-ок. Тебе, ты какого черта поехал-то вперед? Тебе сейчас две плюшки дадут, вон, тебе даст каждый 75-й по плюшке. Каждый 75-й мне даст. Все 75-е, да? Куда меня толкаешь-то? Выезжай, ГВТ убивай. Нет, не выезжай, 75-ка контролит. Зачем выезжать убивать ГВТ, если у нас горки кроют это место прекрасно? А, все, арты нет, зашибись. Если ты меня сейчас еще раз... Так, ну 75-й. Да? Я сейчас тебя объеду. Тихо, 8... меня
нервирует. Восьмерка сейчас их начнет напрягать. Да что ты? Я прям, они, я смотрю, они прям вспотели от напрягу. Нет, ну она напрягает их. Так они походу рашат. Они походу поехали меня убивать. Блин, был шанс поджечь, потому что попал в трансмиссию, по-моему. Не успел он меня убить. Это хорошо. А помнишь, мы как-то раз тоже в такую ситуацию попали, когда светляки нас сверху там. Так, обижали. Я пробил МНЛД тапок. Я, у меня вот прямо вспомнил. Я успею ему еще раз засандалить. Это было обидно. Молодец. Все, отлично. Что ты говоришь? Я прослушал весь мы твой бессмысленный трёх. Ой, еще это, у тебя связь еще лагает немного. Отлично вообще, отлично. Помнишь, нас как-то тут зажали, на 103-х мы как раз были с той базы. Такие вещи не забываются. Какие-то вонючие светляки нас расстреляли. Мне придется потом это. Мне придется это потом вырезать и сделать вид, что ты как придурок молчишь, потому что я не могу, чтобы мои зрители знали такие фейлы. Ну что, 103-го доберем? Да, черт, не удалось мне это. Так. С-8, я так понимаю, сейчас меня захочет. У него пушка, по-моему, перезаряжается не намного медленнее, чем у нас. Опять будут, короче, звуки этого Аськи там или что. Выключи. Да, уже все, не хочу. Все, давим, короче, не откатываем. Тихо, подожди, он нас не увидит из-за кустов. Нас уже увидел из-за кустов. Ну, допустим. Он сейчас откадешится из-за тебя. Не успеет. А я не пробил его. Ну, я не мог ему в НЛД выстрелить. Такая же фигня. Ну что ж ты так это, фейлишь-то? Сказал я, чтобы хоть как-то скрыть свою ущербность. Я сбоку сейчас. Я без урона только что. Слушай, ты сейчас еще и умрешь, дружище. Ну а что я сделаю, извините? Если я ему в НЛД выстрелил, правда под большим углом, но был как бы этот. Блин. Все. Ну ладно, отыграли, конечно, не очень, честно надо сказать, но. Да, по-моему, разницы никакой сейчас не было между моей игрой. Да, потому что мы не сталкивались с очень бронированными противниками. Ну кроме того, что я 2,5 косаря нанес, а ты 1800. Ну это уже. А в целом все одинаково. Вообще никакой разницы. Да. Но на самом деле мы не сталкивались с такими противниками, которых реально сложно пробить. Ну и 75-го не счет. И тапок. Да он бортом выезжал. Да, бортом там, в НЛД тем более все это шьется. Вот, а как бы не было. Вот, то есть, если бы на нас реально выехал какой-нибудь там этот, там, не знаю, Т-95 там или Е3, то тут бы уже это, было бы сложнее. Или Маус, тот же, хотя его тоже. Или Ротте. Ротте, да. Ну я думаю, что он бы не вылез, потому что он на полкарты размером, он бы просто, знаешь, так днищем это, на горе бы так сидел, знаешь, это, как это, и туда-сюда бы так его шатало по ветру. Так, мы опять в топе. Я предлагаю сейчас через верх проехать. Потому что сейчас посмотрим, если Е50 туда поедет, через то... какой верх? Ну в смысле через нулевую линию и там дальше, через линию А. Нет, ты едь, я поеду. Я всегда езжу на Е5. Ну езжай куда Е6. Хочешь. Я мне поехал нагибать на нормально, потому что сейчас посмотрим, если Е50 меня поддержит, то да, он... нет, что-то он нет, Е50 он не отличается. Ну, 54-ка поехала тоже. Ой, Лоррейн поехал. Все поехали. Слушай, поехали со мной, а? Да, поехали. Все что-то там. Все эти СТ-шки. Не, мне нравится и стиль, короче. Е75 особенно мне нравится, что туда поехал. Е75 45% побед. Ну, понятно. Проблемы с определением. Класса техники, на которую он играет, да? Пацаны такой, свет по центру, да, и поехал на 75-м среди. Это, как я помню, Глеборг говорил в одном из видео это про свою тайную мечту. Рашнуть по Малиновке по центру на Т-95. И он в качестве света как раз выступал. Да, вполне реально, что. Да нет, ее выносят. Если в десятку попадет, ее вынесут, потому что пробития не хватит. Ну, в смысле, да. Пробития, наоборот, хватит, чтобы пробить.
Сейчас ждем, слышишь, ждем сейчас. Наши эти. Пока все наши умрут? Да, потом уже нагибаем нормально. Нет, ждем, пока наши сверху сейчас подъедут и в клещи возьмем, то есть их. Отличный план. У меня всегда отличный план. Кроме тех разов, когда они отвратительные. Не пробил, 54. Ты там контролируй обстановку, и если что-то будет плохо, то скажешь. Е50 у нас где-то умудрился уже все хп растерять. Я отказываюсь понимать, где. Броня не пробита. Е50, тут какая-то 54. Унылая стояла, в общем, мне здесь не нравится. А у нас Кентуриона сейчас. Ой, ё-моё, там, слушай. Ты можешь сзади повыцарить? Те напишут в комментах все, что правильно говорить Центуриона, не Кентуриона. Хотя по большому счету, по-моему, правильно как раз Кентурион. Ну, насколько я помню, по крайней мере. Я читал какую-то книжку про Древний Рим. Там говорили Кентурион. Букварь Древнего Рима? Нет. Кентурион. Смотрел мультик, знаешь, про этих, про Архимеда, да, детский. Хотя он там не про он там не совсем. 300 дамаг вылетел. Вот это я понимаю, дамаг нормально. Санский. Да, пацанский дамаг, орудие там. Он яга уровня. Стоит у нас филеем. Я не пробиваю ее. Вот рад, ехал внучка. Орудие все-таки довольно быстро перезаряжается, учитывая, то есть нормально наносится урон. Я заскучал, в общем. Слушай, я не знаю, я вот пока не особо скучаю, потому что мне есть по кому стрелять. И более того, я даже стреляю. Так, у нас, слышишь, тяж на базе уже, все, поехали, выносить его. Сейчас. Или давай я поеду. Сейчас все будет, подожди. Будет у тебя все. Подожди, сейчас все будет. У нас сейчас арту, он все вырежет там, и все, и на этом все закончится. Я его как бы один-то, наверное, разберу. И еще тут. I need help. Help me please, давай. Там еще и Центурион, ёпарасоте. Все, сейчас я им сзади подъеду. Борт. Блин, у нас. Так, и с 8 он там совсем заигрался с артой с нашей в прятки. Блин, я надеялся, что я подожгу его. Помоги с Центурионом, слышишь? Я попробую с 8 сейчас забрать. Все отлично. СТ-1 у меня тут, слышишь? Слышу, я даже вижу. Все, я этот в сейф от него ушел. Сейчас я им в борт выйду и взад, так что все будет хорошо. Дал я Центуриону. Блин, а я сейчас зафейлил. На. Да, неплохо получается пока. Так, Центуриона я заберу. Нет, вру, мне не хватит дамага забрать его, наверное. Вообще без урона ему дал, отлично. Не спрашивай меня, куда попал. Он меня пробивает, но мне, честно говоря, уже по большому счету все равно. Я успею его забрать. Молодец. 4400, между прочим, урона. Неплохо получилось. Ну, в этот раз, да, ты там настоял хорошо. Ну, я настрелял, да. Там по чужому, правда, было много, но и по своему тоже. Пару раз подставился, немножко глупо, но... 1339 всего опыта, не так много. И, кстати, 25 чистыми. Я вдвое помню. Меньше настрелял, и мне дали 1000. Из-за чего так... Ты по своему, наверное, за свету в основном стрелял. Возможно. Урон по моим разведданным даже кто-то стрельнул. Смотри-ка. Так, ну что, поехали дальше. По большему счету, разве что только...
на комфорт влияет эта топовая пушка? Она влияет, говорю, вот при столкновении с какими-то серьезными бронированными противниками только. То есть, вот если, допустим, ИС-4 тот же на меня выйдет, да, то без топового ствола мне его разобрать реально в лоб будет, ну, очень сложно, потому что я смогу пробить его только в НЛД, который у него маленький-маленький такой. И как бы реально шансов у меня против него немного. Ну, хотя у меня, конечно, есть голда с собой, там 5 снарядов, я ему засажу их благополучно. Хотя я, наверное, не успею 5 снарядов в него засадить, он меня раньше убьет. Так, и что? Чего, на горку едем? Ёпарасоты. Нафиг так жить, а? Бой начинается. Почему меня зареспило мордой в другую сторону, я не понимаю. Всегда так респит. Да? А я чуть не обращал. Да, чтобы ты не догадался, что надо ехать. Если ты мне не поможешь, то я умру здесь, смертью храбрых. Сейчас 54. У них, кстати, 4 арты, 5, то есть даже. За граница нам поможет. Вот Т-54 в частности. Первый бой на артехе. А, у тебя какая за граница? Это что же американцы? Мне все пишут и пишут, и пишут, и пишут. Я не знаю, вот никто не писал весь день, никому не нужен был. Только начал запись, все сразу же вспомнили. Так, я тебя жду. Ну, жди. Ты мог пока там это высунуться, посмотреть первую. Ага, сейчас я высунусь, как же, ага. Высунусь. Под свет дать. Вот видишь, я мог, там, я мог высунуться, сдохнуть уже, да? Ну, прошляпил тут. Кто там, кого я прошляпил? У них вон 704 объект здесь. Так что давайте, ребята, как-нибудь без меня. Ядрит! Е-75, все, это жесть. Все, я уже половину хп сейчас потеряю. Арта отстрелялась. Так, я чё, почти попал в 90. Тебе помогаю. Да, тут объедок, давай поможем. Ему там накидывают с этого с. Я его поставил на гуслю. Хотел просто с дамагом, получилось без. Да пофигу, нормально. Не высовывайся только под него. А он скатился в это. Сейчас 75-й будет давить. Нам нужно его в первую очередь вынести. Потом уже всяких этих. Всяких немецких. Вот куда я только что попал, ребята? Вот кто видел? Попал в землю, но почему? Потому что ты днище. Давай, давай, я успею перезарядиться, успею. Я поджег его. Yes. Он мне сломал гусеницу и... И сгорел. И на заряжающего повредил. Сломал тебе гусеницу и с чистой совестью сгорел. По мне арта стреляет. Отлично, молодец. Так, надо... О, не-не-не, ребята, нужно чиниться, да. Надо, а не прокатываться. Нифига. Ты это... подчас просто под арты под все вылез. А я вот здесь за этот домик встал. Пусть они по мне стреляют, не попадут все равно, нифига. Оп! Понял. Я... Ну, как нет, бы я... Нет, комментарии я... излишни, реально. Я намек понял, ребята, у нас уже низ продавили, все равно 3-5 счет, поэтому... Ну, 3-5 это, кстати, уж если на то пошло, счет-то не, ну, не, это, не бывает и хуже. До свидания. Вся арта, по-моему. Твою мать, а без дамага посадил. Что эти клоуны у тебя справа делают, а? Я не знаю, не спрашивай меня, по мне арта все еще стреляет. Почему я до сих пор не могу сдвинуться с места? Блин, ну арта меня допинала. Ну я знал, я всегда, если 5 арт, я всегда умираю от арты. Я даже умираю от арты, если вообще нет арт. По крайней мере, мне так кажется. Кто там говорил, ребята, что бои с 5 артами сбалансированы? И что это нормально? Это нормально. Это не нормально. 3 арты максимум должно быть. Когда 5 арт, уже абсолютно меняется стиль игры. Не знаю, по мне это дисбаланс. Ну так играй с другим стилем, кто же запрещает? Ну не на каждом танке можно играть с другим стилем. На 103-м можно, согласен, но вот допустим на том же там Е100, да, что ты будешь делать? Как обычно, встану в куст. И умру, да, загоражу собой проезд и тем самым помогу команде. Кстати, эта тактика на Эрленберге уже не работает, там можно через воду, да, проехать, по-моему? Не в курсе. Да-да-да, там можно через воду, на быстром танке можно через воду проехать.
Ну, в рандоме эта тактика вообще не применяется. Ну, применяется, только не специально, знаешь, когда дохнут люди на мосту. Так, ну что так? Этот час, этот будет сейчас сваливать от них все оставшееся время, блин. А я уже вышел. А я нет, я буду отсюда. Я все время забываю, мне же пишут, что, типа, когда тебя убивают, ты это... Переключайся. Они... Рта только что у них прикольно зафейлил, ну ладно. Ну не то, что зафейлил, для рты это нормально. Так, кстати, ребята, кто там будет спрашивать опять, какие у меня моды стоят? Я сразу прямо в видео буду говорить в таких. У меня... Так, подожди, бери. У меня стоит сборка модов от Jova. Можете прямо так и загуглить. Ввести в поиск. Сборка модов от Jova под 0.8.3. И у меня стоит XVM. Там какой, 3... Не помню версию, короче. Вот этот вот мод, который показывает статистику там и так далее. Это XVM. Так теперь, и... Дима, ты понимаешь, что теперь первый вопрос под этим видео будет... Дай ссылку на свои моды и где ты взял XVM. XVM, да. У меня на главной странице канала есть ссылка. Прямо так называется. XVM, берем отсюда. Вот на нее нажимаете, там все написано. Я реально буду прям видео это говорить, потому что, ну, реально все спрашивают просто. А постоянно. Тебя все давно спросят? Ну, меньше, по крайней мере, таких людей будет, я надеюсь. Так, в чем мы с тобой в город едем? Сливаемся там? Так, у них 54Е1 классный, ВЗ-120 хороший, паттон ничёшный такой. Поэтому будем аккуратненько сливаться. ВЗ-120, 9 уровень, мама дорогая. Да ну брось уж, даже Муразор уж на 9 ездит. Даже? Ну, вроде он никогда не отличался тем, что прямо качает сразу же все танки. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Может, я ошибаюсь. А, да, еще забыл сказать, что если, ребята, у вас моды не работают по каким-то причинам, не надо мне тоже спрашивать, что, там, как сделать, чтобы они заработали. Потому что не я это и делал, вот Джо сделал модпак, вот его и спрашивает. Какой ты добрый. Так а что, серьезно, он там, значит, сделал модпак, а я должен отдуваться за него, что ли? За то, что он там это... Да не, у него хороший модпак, он нормально ставится, ребята. Никаких проблем у меня лично не возникало ни разу. Но если не будет работать, обязательно спросите. Обязательно, да, спросите. Причем везде, и ВКонтакте напишите ему, и под видео. Везде. И в игру не забудьте написать прямо, когда он, если увидите, что он онлайн. Так, у нас светляк на базе, отлично. Да. Просто... Ну, я уже далеко. И я не поеду пока никуда. У нас пол команды на базе стоит. Ну, правильная тактика, не абсолютно. Пацаны нормально взаимодействуют, я ничего не вижу. ВЗ-120 здесь. Что мы будем делать? Сливаться, что мы еще можем сделать при таких обстоятельствах? Что, напрямую-то? Ты туда поедешь? Я, наверное, все-таки с ИСом-то этим постою, помогу ему сливаться. У нас вообще хоть одна фраза, кроме сливаться будет сегодня, у нет это использования. Не знаю, донищевать могу сказать. Донищевать это неправильное стилистическое выражение. У меня все-таки бабушка преподаватель русского языка и культуры речи, я не могу как быдло разговаривать. Как-то здесь можно было закончить фразой «не можешь, но разговариваешь», да? Ой-ой-ой, ребят, сейчас меня разберут. А что-то зря поехал так это? Слушай, меня прямо тройки пробивают. Так а ты чего думал? Мне механизм сломали, засранцы. Механизм чего? Механизм нагиба. Твою! ВЗ какой-то, на! Слушай, у меня что башня-то не чинится так долго? Так как? Фу, ты смотри, пробивает меня. У меня же вроде этот, как он, ремонт-то прокачан. Засранчик. Пробивает меня, лихвода.
О, ВЗ 120 был. Как ты там? У меня тут печально. У меня здоровья нет, вот в чем проблема. Так, если бы не из 8, ой, не из 3 наш, который меня тут удобно прикрывает. Так, у меня рта только что отстрелялась. Так, все, надо сваливать. Так, я в какой-то уперся, в какой-то непонятный этот. У тебя там рожки до ножки остались только. Не, ну я живой пока. У меня, видишь, да, то есть здоровья нету, я просто боюсь, что меня арта сейчас сплэшем может добить. Здоровья нету. Так, по мне кто-то стреляет, кстати. Блин, те ребята что, фугасами из СО в третьих стреляют, что ли, я понять не могу. Кстати, не исключен вариант. Блин, мне только что очень сильно фартануло. На меня тапок едет. Ой, арта его красиво сняла. Но меня, правда, тоже сняли. Ну, блин, классно. Не, он из третьей реально фугасами стреляет. Прикинь, у них этот тапочек арта вообще прикольный. Ну, блин, меня вот Пурутина убил. Ну, я же говорю, я все время, если есть арта в бою, я от нее умираю. Это аксиома, ребят. Я не люблю арту, она меня тоже не любит. У нас взаимная неприязнь. Да что ты делаешь? Да блин, из 3 уйди! Спокойствие. Ну он меня развернул на 90 градусов. Куда это, блин? Зачем мне? Давай, твоя задача сейчас совершить нагиб. Угу. Я вот знал, что когда я сюда выйду, что, блин, арта меня достанет. Но выхода не было, тапок меня атаковал, надо было. Специалист фугасами. Да пускай стреляет фугасами. Блин, да что такое-то? Тут плохо, что под артой стоят. У меня все очень печально как сейчас. Ну и выйди, да убей этого из 8. У нас сейчас у нас эти мудаки сейчас под артой все сольются. Не буду я выходить туда. Слушай, арта, она что-то. У них просто очень неплохо сыграла, реально. А у нас уже на базе противники. Чё, а чё ты так долго волындался-то с этим ИСом восьмым, а? Взял бы да грохнул его, не знаю. У меня снаряды в землю летели, потому что я не умею стрелять. Ну ты мог его просто по... Надо было просто по обмен, по размену ХП его вынести просто и все. Да, под артой, замечательная идея. Арта по мне лупила и по нашим ты здесь. Сейчас тебя... О, давай. На. Надо было в двигатель стрелять. А я куда стрелял? У него сзади. Ты ему в затылок башни, по-моему, попал. Нет, я ему в двигатель попал. Да, ну значит это. Давай, добивай. И сразу же уходи. Ну куда ты под арту-то вылез, а? Я уходи, говорю. Уходи, вот под этот дом я собрался уходить. Ну конечно, арта там сведена. Вон еще одна. Тебе повезло, это Буратино был только что. Есть шанс еще затащить, хоть он и небольшой. Полумертвая 54-ка, если собьет захват, то есть. Да, они не успеют взять. Они решили добить. Но у них арта живая. Вот не было бы у них арты, можно было бы, конечно. Да, 8 минут, печаль. Грусть, печаль. Был бы я живой еще, конечно. Я вообще, я очень мало урона нанес. 1900 всего. Реально не очень сыграл. Да, там паттон, я уже в засвете, все, я кончился, считай, не доеду. Ну, с Буратоса не так уж просто попасть, если ты не будешь по прямой, как мы. Я сейчас ездить под мост быстро заеду, пусть делают, что хотят. Паттон он топовый, сразу тебе скажу, по-моему. Ну, по крайней мере, судя по статье, вряд ли он настолько будет ездить. Ну, так давай, вот так вот, отлично. Ты один остался, я тебя поздравляю. Ух ты, во выясняется-то. Блин, там сзади что-то приехало. О, ребята, это жулики. Давай, разочек хоть ему. Да, за свидос. Слились мы, как донные... Дончики, ну ты еще там что-то пострелял, я-то вообще. Ну 4400 дамага, нормально. Ну, более чем нормально. Как, прям как я в прошлом. Прям как я в молодости. Давай, бери снова. Все, подожди, посмотрим, сколько мы отъездили. У нас 40% побед, слушай. Какие 40% побед? Как? У тебя были бои до этого, видимо. Да?
А, да. Меня показывает 50% побед. Поехали. Я на Буратосе до этого слился. Сейчас мы попадем вниз. Да пофигу, главное, чтобы без арты. Я готов хоть куда попасть. Не могу с артой играть, уже меня прямо на физическую боль не доставляет. Пожалуйста. Отлично. Ребят, дракона и 5 арт. Супер, просто по заказу, пацаны, все. Ой, я не знаю, я пойду топиться сразу же. Когда эту карту, ведь обещали убрать, ты говорил, его 8.3. 8.4. Или что там у нас? Сейчас какой патч? 8.3. 8.4, что в нем добавят? Уберут хребет этот сраный. Новые носки для мехвода там добавят, я не знаю. Нет, добавят в нем, по-моему, британский ПТ. Британский, ну это интересно. Или я перестал следить за этой информацией, она меня перестала интересовать. Но точно уберут эту карту и добавят обратно то ли топь, то ли комарин. Главное, чтобы провинцию не делали снова на большие уровни. Да и зачем? Ну мало ли. Провинции, все бывает. Неисповедимые пути варгейминга могут и добавить. Не добавят. Как, вот, видимо, все-таки, то есть, если разводить срачи, да, холиворы всякие на форуме, то, тем не менее, видимо, варгейминги прислушиваются, если уж совсем много там каких-то, ну, да при чем здесь срачи? Статистика серверная. Поэтому, ребята, попадая на этот... Давайте так, если вы попадаете на карту, которая вам не нравится, вы просто все топитесь сразу же, и статистика будет ок вообще. И карты будут оставаться в игре. Да, конечно, ага. Потому когда там 90% игроков самоубийством поканчивают, да, на них? Ты сейчас там наговоришь. Я шучу, ребят, не надо так делать, потому что меня потом засудят. Мне придется клеить для варгейминга танчики какие-то эти пластмассовые. Так, я в сосвете. И уже... Ну, чё ты туда полез вообще? Это самое, блин, дефолтное место, где выцеливают. Ну, меня никто, кроме 261-го, не выцелил вообще-то. Тебе мало? Это как бы странно. Вот из 4 там Т-62, давайте. Оп, свет. О, видал? Я только начал ехать и сразу. Я не могу на этой карте играть, я ее ненавижу. Я просто не хочу на ней играть. Я не знаю, кем надо было быть. Она была отвратительной, когда еще не было физики. Я думал, что когда ведут физику, она станет получше, но она стала еще хуже. Теперь. Вроде как бы кажется, что ты можешь везде проехать, но на самом деле нифига не. У меня дикие лаги, и очень неприятно играть с этими лагами. А я поехал под артой сливаться. Я тебе поеду сейчас так под артой сливаться. Встань там где-нибудь за камнем и стой. Они сейчас приедут сюда, с другой снизу, я буду их это контролить, я сейчас подожмусь под насыпь какую-нибудь. Ага. Правда, на этой карте арта достает абсолютно везде. Поэтому, ну, по крайней мере, по моему опыту. Поэтому если особо... она стоит абсолютно везде. Так она и будет стоять везде, их 5 штук. И причем из них быстрых 2. О, ты ж 50М. А, отлично, я без дамага ему дал. И Чаффи, все, они меня сейчас разберут. Чаффи-то да. О, отлично, отлично, отлично. Наша арта. Арта понимает, что у нее сейчас... И еще один 50М. Ребята, это не смешно. Удовольствие. Придется помогать тебе. О, там еще 54-ка. Меня не пробили только что. Зато меня пробил 50-м. Ну, я всех сразу говорю, я не люблю играть на эту карту, я на ней стараюсь слиться побыстрее всегда. Потому что я не мазохист. Пусть там стата проседает, что угодно, я не хочу на ней играть. Я пока на тебя сделаю вид, чтобы все, чтобы все видели, как ты сливаешься. Как я тут это по... Тащишь. Попадание в Е50, зажмись. Там еще 54 где-то была, я успел розочек продамажить. Там мне насрать. О, господи, да всем насрать, знаешь, из Гриффинов. Кстати, никогда особо не любил мультик Гриффина. Я вообще не смотрю такое. Да ладно. Не смотришь. Или канал Культура и все. Блин, опять рикошет, а что за гадость? 24/7, да, канал Культура. Ну, в смысле, 24 часа 7 дней в неделю. У нас в Перми этот канал просто принудительно отключается.
Чтоб не дай бог они люди не были слишком культурны. Я не помню, я рассказывал то, что у нас одно время был лозунг «Пермь – культурная столица Европы». Был. Да я тебе на полном серьезе говорю, было такое. Не, не рассказывал. Ты 50М, может быть, замочишь да уже? Да мне уже плевать, я не хочу тоже на этой карте играть, меня она бесит. Убивай Е50М. Там вон какие-то... друзья. 62-ка там нафиг какая-то. Ты застрял, что ли? Я еще и застрял. Да. Ну, карта реально, yes. Ребята, вот, вот давайте так, кто, короче, кому эта карта очень сильно не нравится, вы, я не знаю, там, отпишитесь в комментах по этому поводу. И если нравится, то тоже отпишитесь, мы посмотрим, их мне не больше. Только не надо писать, что нравится, чисто для того, чтобы это, подгадить. Да ладно тебе уже, подгадить, куда тут больше, чем подгадишь? Ой, не знаю, ужасная карта. Вот чё к чему, Камарин, Топи брали нормально. Топ мне вообще нравилась карта. Камарин, ну так она, конечно, спорная, но... Убрали из-за дисбаланса по сторонам. Одна сторона выигрывает, другая проигрывает. Топи-то, более да, часто. Видимо, да. Потому что этот Тихий берег убирают как раз по этой причине. Там 42 на 58, по-моему, процентов. Ну, понятно. Ну, она должна быть сколько? 50 на 50. 43 на 57 должно быть. Да, я что-то я опять забыл переключиться на кого-нибудь, на Баршата нашего. Он ищет воду. Видимо. Да нет, он как нормальный пацан решил умереть смертью самурая. Застрелиться, что ли? Ну, самураи не стрелялись. Не, ну, хотя, наверное, стрелялись в позднее как уже может более танк время. Умереть смертью самурая. Стволом себе бы укладку расшибить. Угу. Я недавно, короче, смотрел этот фильм такой, расскажу, может кому-то интересно, кто там японской культурой интересуется. Ну, фильм Затаичи, может. Ну, многие, наверное, смотрели, которые такие. Затаичи. Ну какая разница, господи. В любом случае неправильно будет произнесено. Мне так кажется. Короче, фильм такой, ну, Такеши Китано снял, вот, как бы, ну, не все знают, что это же снято по легендам, ну, точнее, типа, сказки есть японские такие. У нас там были про Иванушку дурачка, а у них там про слепого самурая, ну, грубо говоря. И есть, короче, старые фильмы такие, черно-белые еще, японские, про слепого самурая, там другой актер, естественно, играет. Вот, я недавно их пытался смотреть. И неплохо, кстати, ну, местами, для ценителей. Я просто люблю всякие такие странные фильмы смотреть. Ты, кстати, смотрел «Пес-призрак. Путь самурая» фильм? Нет, я не смотрел. А может быть и смотрел, да. Посмотри обязательно. И все, ребят, кто не смотрел, все посмотрите. Я вам гарантирую, что, как бы, ну, не знаю. Не всем, конечно, понравится, но очень многим, поверьте. Это просто шикарный фильм. Я его смотрел раз, наверное, 15, если не больше. Так, ладно, все, про кинематограф мы закончили. Нам тут предлагали с тобой уже передачу сделать про кино. Может быть, кстати, что-нибудь сделаем когда-нибудь. Я не вот. Слышал. Не слышал? О, здесь КВ-4 полностью стоковый. У него... Отлично. Ну, знаешь, и на стоковом можно танковать на КВ-4. У него не, даже не Т-25Т, Дима. Да какая разница? Танковать можно, я не сказал, что можно урон наносить. Танковать можно. Вот на нем действительно мосты на Эрленберге перекрывать даже лучше, чем на Маусе, потому что он длиннее. Не уверен, что он длиннее Мауса. Мне кажется, длиннее. Так, нет, что-то я чувствую, что зря я, наверное... Хотя... Поехали, забираем центр. Короче, квадрат этот, F3. Надо, главное, не забывать, что три арты все сплэшевые, все тяжелые арты. Поэтому надо так выстраивать свои эти... Так, у нас уже светляк там прорывается вовсю. У них семерка топ, он донный достаточно, так что, ну, надо его как-то аккуратненько забрать будет. Так, он немножко не доехал. Я тут 12Т 40-тан отстрелил. Твою он не догорел. Не догорел. Я, до блин, 15 хп не догорел. Какой-то кусок земли попал. Да, кстати, кто за то, чтобы сделать передачу про кино, тоже напишите. Мало ли, вдруг кому-то захочется это увидеть. Передача про кино? Ну, типа там, я не знаю, что-нибудь про кино. Ну, я фильмы новые не смотрю, я, ну, которые редкость.
Я вообще всегда только старье смотрю. Не, ну новые фильмы тоже хорошие бывают, но я редко их смотрю. Ну, броня не пробита. Вот сейчас я, кстати, не понял, что было, то ли рассинхрон, то ли еще. Потому что у меня снаряд пустал, попал в воздух. Ой, семерка. Ха-ха, гусеница сбита. Так, я тут сейчас... Давай ты не будешь сливаться, хорошо? О, грибы. Вот что хочешь делай, но ты должен жить. В щеку, не, с моей пушки в щеку не пробить. Из 7. Да вы меня замучили уже на гусенице. Сейчас по мне арта внимание обратит. Будет как-то... Почтит тебя своим вниманием. О, начинается. КВ-4 приехал. Да ёпар, СТ, что ж я так это... У меня у самого, по-моему, пинг в мозгу отстает, такое ощущение. Есть! Блин, ну собака тоже попал по мне. Ну повезло, дамаг не максимальный выпал. Без, кстати, кстати, странно, что он попал, учитывая, что у него сведение там 1.5 года. Как у тебя обстановка? Да никак. Не хорошо и не плохо, никак. Я урона ни хрена не нанес вообще. Ну как вот только что? Че, куда я попал, Лёви? Почему, блин, без урона прошло? Я тут как особо интеллектуальный игрок вылез бортом по D7. Ну, я всегда так делаю. Я знаю. Ну, ну, я не знаю, что тебе сказать на это. Да ладно. Что говорить? Семерка пасет. Ничего не боится, а семерка. Кроме вражеской семерки. Я поехал танковать истрей. Привет. А, нет, нет. Нет, я буду жить. Ну-ка, давай, давай. Ну стреляй, что ты? Собака пробила. Ну, скотина. А. Ну, на самом деле, М103-то он довольно ватный, как бы. У него толстые только вот там стыки брони, бронелистов только. Так, ну там не довольно... стыки, там просто на... Летая шняга. Так он довольно ватный. Толстая, да. У меня перезарядка должна быть быстрее, чем у КВ-4. Он, кстати, не пытается даже поменять, как-то это, подставить борт, там еще что-то сделать. Он просто стоит. Он смирился. Да не знаю, на КВ-4, кстати, я бы не стал на месте, на месте так смиряться-то. Там можно неплохо-то это, протанковать-то вот стоковый 103. Ну, конечно, довольно сложно это будет все равно сделать. Но, о, поджог. Он сгорит сейчас. Нет, дососали. Ну ладно, ничего. Причем 2700, ну так, ничего, отыграли, в принципе. Ну я, по крайней мере, средненько. 2700? Опыта. Ой, фу, блин, дамага. Опыта 1356. Нет, опыта неплохо, кстати, дали 1356. А вот мне опыта дали плохо. По твоему засвету стреляли. Потому что ты как дно сыграл полное. Каким-то чудом стреляли по твоему засвету. Поехали. Да, у нас сегодня с тобой статистика будет. Да, нормальная. О, Малиновка. О, 5 арт. Все, ребята, живем. Не, ребята. Кто-нибудь, вопрос к зрителям. Кто-нибудь знает, как на этой карте по коте жизнь самоубийством? Вон река. А, ну точно. Блин, я забыл про то, что... Что-то я забыл про это озеро. Это не река, это озеро скорее. Или болото даже какое-то. Такое болотистое озеро. Короче, я не знаю. Я. Блин, нас еще и зарез пилота на такой рез, где даже не спрячешься от арты. Ну ладно, поехали. Помирать. Ой, ну ладно, что, ну, сольемся с боем, с музыкой. Помирать так возле мельницы на горе. Так, резко назад. У них могут толстопар подсветить, наверное. Это было бы нехорошо. Ну, у меня лампочка есть, так что думаю, что... Ну, если тебя засветят, она тебя уже не спасет. Нет, ну... В чистом поле. О! О! О, видал, дружище? О!
Батшат еще у них там. Да, Батшат малый круг почета сделал. Сам получил, правда. По-моему, я попал в него. Ну, хотя это вряд ли, но и шанс был вроде... Снаряд ушел туда, куда я хотел, по крайней мере. А, Чаффи стоит за камнем. Молодец. Все правильно делает. Ну и нормально, что? Ну, Чаффи надо сам, вот на этой линии стоять, в кустах. Он узнал, что он дамагер, понимаешь? Об этом многие говорили, вот это дело, что Чаффи дамагер, и он как бы не светит поэтому. Он ждет возможности нанести урон. Что, у нас уже как будто... А, все понятно. Слили Е4. Ну, он очень донный, судя по статистике, поэтому как бы... Ну, я не знаю, он... В принципе, его в лоб реально тут сложно пробить. Ну, хотя тут десяток много. Нет, тут нормально, он... его все могли прошить в лобешке. Ну, плюс-минус. Что происходит? Что происходит? У нас в чате какой-то... Да, я... Я, слава богу, не официальный этот вододел варгейминга. Мне не надо потом все это замазывать, знаешь, там в чате, там, чтобы не дай бог. Можно писать, я-то, блин, сдерживался все это время. Нет, да, но мне вслух не надо это все выражать. Я не отвечаю за тех, кто там участвует в нашей. Ну, не участвует, то есть, о, толстопарт, готовься. Не попал. Не попал. Ну, отлично. Просто. Я готов. Он меня засветил. Сейчас по мне будет. Сейчас не то, что будет по тебе. Под чат, я пукаю в твою сторону. Отлично сыграл, я считаю. Не ожидал я, что тут будет такой. Ну, мы оба с тобой промазали по нему, во-первых. Я... Да ладно, он уже засветил меня в то время, когда я промазал-то по нему. Ну, все равно хотя бы так было бы лучше. Так, на горку у нас никто не поехал, поэтому, честно говоря, я не вижу смысла у церкви здесь тереться, потому что сейчас с горки подсветят, нас арта разберет, и ну его нафиг, я поехал в лес чудес. В смысле, ну... Чё там 110-й? Он смириться не может никак с тем, что его вынесли в начале боя. Какой угад, они чё, больные что ли? Там же засвет был. Ну у него лампочка чё? Не прокачана, вот он ну, не знает. Ну и как может быть на Е4 не прокачана лампочка? Это... Пожаротушение. Пожаротушение, серьезно, ну ребята, как можно... Там уж второй перк должен докачан быть, уж как, ну железно. Сейчас С8 утонет. Нет, смотри, там не утонул. Господи, что творится там в чате сегодня, а? Я не знаю, пока я стою, буду еще что-нибудь рассказывать. Какую-нибудь фигню. Давай, рассказывай какую-нибудь фигню. О! Вот что только что было? Лора, она просто телепортировалась на метров на 10 влево, вправо. Лагает сервер, у меня стояла, короче, стояла, я в нее отстрелялся, она фук, исчезла и появилась в другом месте. Или я не знаю, или что-то мне с глазами не то, ребята. Ну тут рулит арта в этом бою, тут как бы чё тут говорить-то? Кстати, надо отъехать от кустов на 15 метров. Наш С8 просто чудеса какие-то вытворяет, он доехал до вражеских. Не, так это прием-то известный довольно. Ну, так он причем стоит в чистом поле, не за сараями. Ты смотри, где у нас арта стоит в чистом поле. О, все. Арта все нормально делает. Не, ну я ничего не. Я не говорю, что она ненормально делает что-то. Правда, ее по трассерам, по-моему, высекают. Я никуда не поеду. Я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Да, не знаю, что-то скучно стало. О! Блин, надо было... Я не сведенный, а? У нас уже начали своих мочить. Замечательно. И 7 убивает арту.
Че, серьезно что ли? Да. Ну, что я могу сказать на это? Нифига себе. Попадание. Я в засвете. Сейчас прилетят ко мне. Голубой, голубой. Так, сейчас обязательно надо его... У него минус 2 фрага уже. Повреждение союзников. Чё там еще на него можно? Такое хорошее. Не спорт. Ну, почему вечно, как у нас с тобой эфир, так какое-нибудь дерьмо случается? Ты можешь мне объяснить? Мы чё, проклятые с тобой какой-то? Или так, есть в Wargaming специальный человек, который набирает таких? Я представляю такой, знаешь, сидит такой этот... В этой, вынесли. В такой, как лаборатория доктора Зло, знаешь, такой там, молнии бьют везде там, в пробирках такие эти, какие-то создания, и он так к нам с дьявольским смехом нам в команду таких вот товарищей засовывает. Ну, блин, реально скучно. Ну, ладно, пока спрошу своих зрителей, кто играл в Devil May Cry последний, напишите свои впечатления. Слэшеры говно. Нет, не говно. Да, ну просто неинтересно. Особенно если вы являетесь поклонником первых там частей, ну вот до этой, тоже мне очень интересно будет послушать ваше мнение. Сразу скажу, я сам как бы не особый фанат Devil May Cry, а просто последняя часть была, ну, получилась хорошей. Хотя я в нее еще не особо много играл. Времени не это. А я вот при мне ни разу, я не помню, чтобы кого-то банили по жалобам. Его же не сразу банят, то есть не то, что прям во время боя, я так понял. Там, видишь, как бы вот даже неизвестно, сколько должно быть жалоб, чтобы забанили. По свежей информации как раз, ну вот Ньюс что-то прочитал, то ли ответы разработчиков, рассмотрение начинается за 5 жалоб. В одном бою или в разном? Затрудняюсь ответить. Наверное, в одном бою. Наверное, во всех. Так, все, у нас на базе уже тут приехали какие-то товарищи. Я думаю, что если сейчас есть кто-то на горе, то самое время им тоже сейчас рашнуть. Броня не пробита. Вот семерочка, я куда-то не туда попал, видимо. Блин, в труп стрелялся. Это с тобой было, нет, когда объект 704 вражеской команды 9 фрагов сделал, минус 9? Нет, без меня. Без тебя? Там, короче, типа, он был знакомый кого-то чувака из нашей команды, они там полбоя там братались, что-то, знаешь, там спрашивали у кого как жизнь, и потом этот ихний объект начал всех это фигачить. Кстати, слушай, а это, жизнь-то налаживается? Слушай. Да я вижу. Только я вот зачем туда поехал, я что-то уже пожалел даже. Ну там, в принципе, 2 Е50М, то есть они должны, то есть если даже Батша сейчас там полетит, да, с этим, с 2 даже Батша, то они их вынесут. Ну я помогу, если что. Т-95 у нас с каменным лицом стоит. Она вообще ФКшная, нет? А нет, она на закамушке. Очень интересный бой, ребята, прямо... Адреналин прям кипит. Да. Да, я тут уже... У меня темно, я не вижу клавиш, печатаю всякую ерунду. Я, слава богу, я не читаю всякий бред, поэтому... Потом на записи... Ладно, в общем, я их добавляю в игнор. У меня там уже, наверное, он... У тебя там в игноре уже, по-моему, половина вообще игроков всех, которые играют. А очень удобно, когда ты попадаешь в следующий раз в бой, они у тебя светятся красненьким крестиком таким. И ты видишь, что все понятно, на этих ребят надежды нет. Я это и так знаю в каждом бою, что надежды нет ни на кого. Да нет, ну я, конечно, шучу. Так, у нас прилетела плюшка 95-му на косарь с лишним. Ну че вот он высунулся, ну кто его просил? Он нет уж засвета, ну че он высунулся? Ну тут, конечно, шансов на победу у них гораздо больше, потому что... Да у них арты. Да, вот. У них арты много.
если будут засвечивать, то... А у них бы чат живой еще, видишь, сутяк. Два у них, а нет, один. Чаффи не фартануло. Так, и вот Батшат, да, на горке он. Я, наверное, вообще в лес куда-нибудь уеду, так далеко-далеко. У нас, в принципе, два Е50, они если... Ну, они неплохие. У нас вообще вся команда, все, кто остались, они все неплохие игроки. Кроме тебя. Ну да, кроме меня. Ну, я тут, кстати, реально один из самых слабых. Ну как? Хотя нет, средний такой обычно. У меня побед больше, но эффективность такая средняя. 75-ку красиво убрал Е50М. Респект. Ой, слушай, что-то я не знаю, бой реально какой-то этот, такой занудный получился. Ну, сейчас еще и ничья ведь будет. Да, время-то уже подходит. Не успеем, конечно, убить. Да и они нас, наверное, уже не успеют. Хотя... Все может быть. А тебе, кстати, Миш, не рассказывал, тут на канал чувака наткнулся, который по Дэнди делает ролики. Киноман 88 у него ник. Угу. Отлично вообще делает. Все, батчат закончился. Ага, очень ржачно. Я его, наверное, себе потом в интересное добавлю. Мне понравилось его творчество. А давай-ка через деревню, Дима. А не пойти ли тебе куда-нибудь, а? Ух ты. О, выясняется. Блин, я не вижу его, я его не вижу. Конкуэрор, да. Давай, вот лопи по нему. Есть. Он что, фуловый, что ли, конкуэрор-то? Ну, был в смысле. А что ему? Ну, давай, 261-го-то убей, ну. Батшат еще арта. О-о-о, нифига, как они промазали. Весело. Отлично, наша арта вообще просто супер. 100 урона арте нанести, это надо уметь так. Отлично. Ну, если сейчас не произойдет то, о чем я думаю. У меня не закипит молоко, я не убегу на кухню, оставив на произвол судьбы. Ой, красава, лорочка, отлично. Слушай, у меня вообще пацанский дамаг. Дима, не едь на гору. Не едь на гору. 423 урона у меня нанесено за бой. Это, наверное, этот бой войдет в историю как самый отвратительный, наверное, среди всех ночей. Ну, они у нас все, конечно, отвратительные, но вот это самое. Я вот не очень хочу от Е100 получить. Ну, Е100 непонятно где, он вообще не светился, по-моему. У него 0 фрагов, есть, кстати, шанс, что он АФК. Да. У меня, правда, тоже 0 фрагов, по единственному, блин, из всех живут. Ой, стыдоба, ребята. О, тигр. Я не знаю, что на это сказать. Он нечаянно утонул. Как можно нечаянно утонуть? Писал, наверное, что-нибудь, типа, упал в реку. Да, я сделал фраг в этом бою. Давай быстрее ягу добирайте, минута осталась. Мы не успеем. У нас еще арта нифига не... Ай, люлю. Нифига не... У него здоровья много, мы не успеем его вынести. Успеете! Быстро! Да голду заряди. Есть, командор. Нужна победа. Это эпическая битва. Какая эпическая? 30 секунд, ёпарасоте. Мы ее не вынесем тупо по здоровью даже за это время. Давайте, ребята, ну что? Этот 95-я едет. Сейчас затащит. Где он, блин, этот? Захват, вставайте, все. Какой захват, ты чё? 18 секунд. Вон он. О, блин, это жулики, не успеем. Ну я ему голдой дал разок, но не успеем. Еще и промазали, ёпер, РСТ. Чутка не хватило. Я не попал в него, блин, при полном сведении. Обида какая, а ты посмотри. Ну, что делать, бывает в жизни огорчение. Так, чё мне уже тут пишут, пацанчики. Ребята, сразу говорю, не пишите мне в игре прямо. У меня есть группа ВКонтакте, паблик, там есть раздел вопросы, там их задавайте. Я отвечаю всем там. Поехали. А здесь писать не надо. Не надо писать в личку на Ютубе, не надо писать в личку ВКонтакте. Там это на меня закрыто хотя уже. Вот я ж вот. Говорил, Ратте будет в бою, вот пожалуйста. Вот черт, а. Выкидыш Ратте на бою. Вот
хотя бы на наш. Что-то нас сегодня нещадно слушает с ртой прямо. Я вот сколько мы на 103-х ездили, блин, так что прям в каждом втором бою столько арты такого. Нет, первые бои-то вспомни, почти арты не было. Ну конечно. Ага. Ну либо мы были в топе. Один бой, по-моему, там не было арты только толком. А на более низких уровнях арты сейчас вообще нет. Дефицит. Дефицит арты? Муразор бы это. Уже, не знаю, в солярии перевернулся бы такое. Словосочетание, да? Хотя Муразор в солярии, я с трудом себе представляю это зрелище. Куда ты поехал-то, Дима? Поехали в город. Все как настоящие эти. Так у нас, блин, Маус, Ягье 100, этот Е4, я подумал, что они поедут. Ну и все. Не-не, я не поеду. Слышишь, я поехал на зеленку. Надо кому-то там. Там два бачата, правда, вражеских. И что дальше? Эти два бачата. Вот я и говорю, что тебе надо их контролить там, принимать их дамаг на себя. А в смысле, вражеские? Я думал, наши два бачата. Мне не надо ничей дамаг на себя принимать. Я не с этой целью сконструирован был. Ну все, меня засветили, сейчас по мне вся арта отстреляется. Вся арта. Я поехал за камни срочно. Я делаю змейку сейчас, но она какая-то не очень у меня убедительная. На Nokia не играл в змейку в детстве. Ну, не, там, или там в юношестве. Не было Nokia, Дима. У меня суровое детство было. Кнопочный телефон, приколоченный к полу, да, там или как? Дисковый, какой кнопочный? Попадание. Для слабаков. Это знаешь, как в детстве, помнишь, была такая передача «Позвоните Кузе»? Да-да-да-да. Вот, но это вряд ли кто-то из моих зрителей вспомнит. Ну, наверное, малый очень процент, потому что это было реально очень давно. Я бы еще, наверное, в начальную школу ходил тогда. Ну, ёпар, СТ, а. И там, короче, я помню, что нельзя было туда попасть, если у тебя телефон не кнопочный домашний. Кому интересно, что я это такое? Я тебе по секрету скажу, туда вообще нельзя было попасть. Там, думаешь, все было подстроено? Да, я думаю, да. Да не, вряд ли там. Я очень смутно помню, это было, блин, лет 15. Это как эти телевикторины. Угадайте слово типа... из трех букв. Да первое нет, Х, нет, там... последнее и краткое. Да уж, что-то я не знаю, я прямо чувствую свою ущербность, короче. Я тоже чувствую два боя. Ущербность. Сейчас мне опять будут писать, что я не умею играть все, хотя я и так это знаю. А что тут играть-то? Никто не светит. О, по мне арта стреляет, отлично. Причем, кстати, я не был в засвете, у меня не горела лампочка. Или горела, я не увидел просто ее. Или она просто наугад туда шмальнула. Тут бачата лютуют вражеские. Еще что хотите, чтобы я поехал куда-то? Нет, я буду стоять. Господи, что ж такое? А вот что-то второй бой какой-то унылое стоялого, блин. Ребят, это все из-за арты. Все беды из-за арты. Всегда арта виновата во всем абсолютно. И в победе, и в поражении, и в дисбалансе, и во всем она виновата всегда. Этот 62 там недобитый, какой-то недокусанный, недопинанный. Которого я уже раза три, по-моему, стрелял, и там что-то два, по-моему, было попадания без дамага. Или не пробитие, или я уж не помню. О, лорочка. Или нет, это Центурион. Да блин, а слушай, противопоказано на 103-м на такие расстояния стрелять. А, я понял, как у меня арта отстрелялась, по трассеру, видимо. Хотя я очень редко вижу, чтобы арта стреляла по трассерам от танков. Потому что они тоненькие такие. Когда они светят, что делать? Ну, черт его знает. Вот я на арте по трассерам от танков ни разу не стрелял. Ну, хотя, калибр тут, конечно, не самый маленький, но с другой стороны, он и не очень большой. Так что трассер там должен быть такой довольно-таки стрёмненький. Ты там хоть нанес урон-то, нет? Кому? Я только свечу здесь. Ты столько светишься, по-моему, сам там. Свечусь, я и говорю. Отличные, просто очень бодрые сейчас бои на 9 уровне. Мне, второй бой мы просто стрельнули. Стрельнули даже, смотри-ка. Ой, жесть какая-то. Посмотрим, что в следующую минуту произойдет. Это как в DayZ, наверное, да? А давай, короче, у меня есть такая идея, этот, как бы,
тему для следующих выпусков, короче, братьев по оружию. Чтобы спрашивать у зрителей? Ну да, то есть если у вас есть какая-то идея, то есть, да, ну, мой гараж вы все видели, то есть, да, какие танки у меня есть, так что исходя из этого. Если у вас есть какая-то идея, да, как что-то такое вот сделать, то... Ура, я выследил бачата и застрелил его. Отлично. Вот, то... Ну, можете написать какую-нибудь идею, такую только, чтобы интересная была. Потому что у нас уже все закончилась фантазия, мы уже, как вы видите, какой-то фигней занимаемся. Стоим в кустах. Ой, красиво снял. Кстати, D4. Да, по арта. Насчет арты. Братья по оружию на арте. Да, стоит, не стоит. Но я сразу предупреждаю, что я вообще на арте играть не умею. У меня единственная арта, на которой у меня более-менее получалось, это Хуми. Что-то. Я ее продал, купил ГВП, так что ГВП мне уже, ну, похуже она у меня, скажем так, котируется. У меня есть Буратос, есть ГВП. Больше у меня арты нет. Так что, если вы хотите увидеть выпуск по арте, ну, той или той, то тоже напишите. Слушай, я не знаю. У меня чертовское желание просто поехать и слиться уже. Я не могу так. Ну, что вот такое, а, с прицелом? Что там, я не знаю. Лепреконы дуют на снаряды, что ли, пока они летят. Чего я не попадаю ни в кого, а? Твою мать, я ведь знал, что будут сейчас стрелять по мне. Моя задача... Парадокс, гусеницы чинятся быстро, слышишь? Угу. А башня почему-то чинится медленно. Вот это странно. Насколько медленно? Ну, вот мне в том бою там сломали, очень медленно чинилось. Там есть же секунды, если у тебя моды не стоят на всякие дамаг-панели и прочую хрень. Не знаю, у меня ничего не стоит. Никакие моды, никакие секунды я тоже не... моды у меня стоят, но на дамаг... Хотя нет, дамаг-панель, да, у меня, по-моему, от Джоу. По дефолту тоже в дамаг-панели теперь циферки бегут. Оставшееся циферки, время в секундах показывают. Все, я поехал сливаться, мне надоело все это. Стояло бы уныло. Да слушай, действительно, просто не... Ну, ребята, ну вот сами все видите бои. Ну что, это интересный геймплей, что ли? Это бодрое танковое рубилово, когда две команды стоят и ждут, кто первый поедет. И причем самое интересное, что кто первый едет, тот, как правило, проигрывает. Это что, по-вашему, нормальная игра, что ли? Что у нас там? ИСУ, две штуки, ё-моё. Батшаты бы немножко светанули, вот где я. Так, попробую через кустики подъехать туда. Слушай, у меня, по-моему, дикий этот какой-то запаздывание. У меня танк очень медленно реагирует. Я не могу батчата выцелить, потому что он телепортируется, скотина вонючая. Видимо, в портал переиграл. Ну реально, отстает и телепортируется это все. Смотришь снайперский, тоже... видишь одно, выходишь, видишь другое. Ну что поделать, сегодня лагает. Ну это X3 опыт плюс выходной плюс вечер. Ребята, это суровая реальность. Серваки, видимо, не справляются у варгейминга. Плюс мой сибирский пинг еще к тому же на этом. Ну и мой пацанский пинг. Нет, пинг у меня нормальный, 50, то есть 40 пишет сейчас. Но как-то, видимо, не совсем эта цифра передают реальное положение вещей. А у меня от 80 до 120, это вообще нехорошо. Я не знаю, честное слово. Блин, это... Если вот еще один бой мы после этого откатаем, если опять такое унылое же будет это... Стоялого, то я не знаю, я умываю руки. То это никому не интересно уже, наверное, смотреть, блин. Как мы стоим в кустах. И наши сливаться еще умудряются. Так, там есть раш. Короче, я поехал. Блин, понизу. Трындец, а слились, блин. Как? Я чувствую, у нас хороший процент побед будет. Ну, что бывает и такое. Это там что стоит? Маусятина полудохлая. Ну что такое? Как она могла сдохнуть? Там стояла в кустах весь год. Рекомендую, пацаны, сейчас, поскольку вот такое сейчас... Да такая идите жесть, вы в баню, а, ребята. Тут, блин, пол команды у них стоит. Привет, 268. Да я три, твою мать, ну вас нахер. Поехал в атаку, олень.
Слился как дебил. Лепетывающему 268-му бесценно накинуть. Правда, он сейчас, наверное, уже развернется на меня. Очень не хочется от него получить. Вот твою мать, а я ему хотел в этот засадить, в дальномер. Броня не пробита, я не знаю. Ребята, ну как у 268-го броня не пробита? У него же нету брони. Да ладно. И он стреляет, по-моему, слева, я не знаю. Слева, него... слева, мля. А, скоро спереди еще и СУ. Все, я не успел даже выстрелить. Ну все, то есть... У меня есть идея, давай мы сейчас зайдем и выкатимся на Черчилля. Замечательная идея. А чё нет? Посмотрим, кстати, что творится сейчас. Поехали. Же... Мы, слава богу, никому не продались, мы можем в своих передачах делать, что хотим, поэтому поедем мы на Черчилля сейчас. Тем более все просили, кстати, да, ребят. Акция идет, Миша, еще? Да, акция идет еще. Вот кто, правда, я ролик этот залью только завтра, завтра уже не будет, да, идти? Затрудняюсь ответить. Захожу, ну, короче, смысл в том, что просили тут еще по Черчиллю видео, вот вам как раз сейчас и будет. Потому что спрашивали, вот там то-то-то-то. То есть, реально рекомендую взять, он с твоих денег стоит на полном серьезе. То есть, ну, что такое 750 голды, да, это там, это меньше, чем треть према на месяц. Это, ну, деньги небольшие. До 4 февраля, то есть завтра уже не будет. Завтра. Ну, я залью этот ролик, постараюсь залить, ну, не знаю, я утром, конечно, могу. А во сколько, говоришь, завтра вырубают? Завтра вырубают в 9:30, наверное, в 9... по Москве. А, ну, не успею, наверное. Ну, я, ну короче, ладно. Не, ну, не расстраивайтесь, будут еще акции. На Черчилле реально бывают часто акции, поэтому вы не расстраивайтесь. Просто, если увидите, то покупайте. Потому что прикольная машина. Правда, обычно, если я, учитывая, что я делаю такое вступление, мы, скорее всего, сейчас будем сливаться, да? Супер завода тут Киркоров. М3Ли 35-34-85. М3Ли, он, по-моему, АФКшный. Так, что у нас это? Черчилль тоже. Самая. Я на зеленке не намерен оставаться. Может быть... Так, я что-то только что, как это, задумался и чуть не впилился в нашу 34-ку. Хотя, слушай, мне придется на зеленке остаться, у нас все уехали. Поехали-ка по вот между вагончиками там. Поехали. Нет, давай вот здесь вот, слышишь, где сараи вот эти вот. Ну давай. Арты нету, так что все нормально. Ну давай. Ой, тут смотри, слушай, там у меня уже еды сколько. Сейчас я их всех. Ну М3Ли, ну что ты ерзаешь-то, а? Дрить твой налево. Я не могу с этой пушки проломать дом. Офигеть. Т-28. Я в засвете. Привет. Ну это просто избивание младенцев, сейчас класс. Давай выйдет. Мы с тобой победим для начала хотя бы раз, а потом ты будешь избивать там младенцев, что хочешь делать. Варить суп из младенцев? Да, варить супы там из младенцев. Езжай, настоящий танк едет. Так, я вот между прочим сейчас совершенно неправильно действую, никогда так не делайте, я лбом поехал на КВ-1 вражеский. Это... Очень совершенно неправильная тактика игры на этом танке. Потому что в лоб он пробивается везде, кроме одной там одной плиты, бронеплиты. На нем нужно танковать через гуслю. Твою дивизию, а? Так. Ой, под квас. Что-то мне совсем не нравится все это. Мне совсем не нравится квас. Он меня как-то хищно выцеливает. Ах ты, вонючка, то он мне гусеницу сбил. Смотрите на меня. Кто меня пробивает, я понять не могу там, а? Постоянно кто-то пробивает меня. Все, я здесь никуда не могу съехать, тут квас мне мешается. Я вообще не настреляю. А у них 3485 там где-то. Или ее уже снесли. Нет, она живая еще. Вот она по мне и накидывала. Она на этом. Сбейся, сбейся, гусля, сбейся.
Да, это 3485, она меня сейчас убьет. Квас. Я ее не вижу даже. Дружище. Ты там нагибаешь, а я как дно вообще. Ничего, не нанес никакого урона за весь бой. Ты зря так сделал, парень. Блин, я вообще не попадаю в нее. Просто буду по этому. Ну, мне просто повезло. Ну, мне не повезло в этом бою абсолютно. Никакого скилла. Просто я ни разу не нанес на гусле. Через задний каток. Ну, это на Черчилле тактика известная. Да. Нет, ребята, на Черчилле никогда не едьте, то есть на открытое пространство. Вот такие, потому что очень косая пушка со слабым пробитием. И говорю, вот у меня 3485, он меня просто разобрал. Я вообще урона не нанес, я нанес 140 урона, это 2 выстрела. Ну вот, ребята, какой результат показывает Черчилль. 4900, тройной опыт. Ну, 36 понятно, ты тысяч заработано, то есть нормально. 36 тысяч? Ты чё, это очень мало, учитывая твой опыт. Ну, ты что, голдой стрелял, что ли? Может быть. Да, ну, да, понятно. Я несколько выстрелов по квасу сделал голдой. Ну вот, так, ну вот, ребята, 11600. Ну, я это бой, он абсолютно, то есть донный, он сливной просто. Давай еще на Черчиллях прокатим. Поехали. Просто вот все просили, какой результат там показывает Черчилль, если вы дно. Вот я вам показал. Что реально он то есть если вы не наносите дамага, вы не фармите. И так, ребята, на любом танке абсолютно. То есть даже это если там супер першин, неважно. Если вы мало нанесли урона, вы в любом случае ничего не нафармите. Хоть это лев, ну в смысле лев там, лева, хоть это Т-34, хоть что. То есть, ну единственный как бы еще есть вариант, если по вашему засвету настреляли, но как бы на тяжах такое редко бывает. Клан опять какой-то набирает. Мне что-то вообще каждый день стали присылать приглашения в кланы, блин. Я уже вроде сказал, что я не хочу вступать ни в какие кланы. Единственный клан, в который я вступлю, и то чисто из-за тега, это ACDC. Все. Больше никуда я вступать не буду. Да. Так, кто у нас наверх? Штук поехал. Ну ладно. М4, ПЗ4. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Пятерок много. Короче, какой мы вывод по 103-м сделаем? Тем, что, ребята, арты очень много. Да нормально арты. Да ничего не нормально. Надо просто стоять вот за домиком. Стоять, да. Вот мы и стоим. Мы стояли. У нас два боя такие были, где мы стояли вот, и стояли, и все. Очень интересно. И, я думаю, играть интересно, и смотреть еще интереснее. Играть вообще не интересно. Ну серьезно, потому Но, что. Ну... А, насчет эксперимента по сравнению топовой стоковой пушки твоей. Что можно сказать? Но значительно точнее. Скажем так, если вы с какими-нибудь восьмерками боретесь, то есть с восьмерками, с девятками, да, там, то, в принципе, не критично. Если вы с десятками... Я раму-то ни разу не пробил. Я накинул ему раза 3-4, или даже, может, 5. Если вы против десяток воюете, то тут даст топовая пушка, она просто увереннее позволяет себя чувствовать, она пробивает чаще. То есть вот 268 тот же, да, если бы у меня был топовый ствол, я бы его пробил, конечно, в лоб. Кстати, я абсолютно тоже опять неправильно сейчас действую. Ну, в смысле, стою. Вижу Type Т-34 и КВ-1. Лучше, конечно, по тайпу пострелять, потому что его пробить шансов больше. КВ-1 стоит под дурацким углом. Ну, он нормальным. По отношению ко мне он под нормальным углом стоит. Да, ну... В смысле, ну, с его с точки зрения под нормальным. Так, наша задача с тобой не просрать, извиняюсь за выражение, ХП, потому что мы будем тащить. Под КВ-1 как-то не хочется выезжать. Ладно, ну, здесь продавливаю. Через гусеницу... Нет, давай аккуратно, подожди, вы нашего сейчас еще немножко там сверху подтянутся.
Все, подтянулись уже, больше некуда. Тут какая-то ПТшка, давай ее. Или она уже мертвая? Мертвая. Какая-то мертвая ПТшка. Призрак мертвой ПТшки. Так, о. Что-то ой, я вон эти ребята, смотри, сколько их. Но они за камнями. Я поехал. Я поехал к ним. На наши, думаю, без меня там не справится. Я здесь под ПЗ-4 сейчас буду. Противники высказывают свое недоумение по поводу действий. Попробуем на ходу сейчас. О, ребята, я что-то... О, ну что, будем накидывать? Свет, свет, гриль, гриль. Ребята тут спрашивали про Т-14, вот у меня передо мной Т-14 сейчас. Ну вот один раз я его не пробил. Второй раз тоже не пробил. Угу. И снова не пробил, интересно. Что-то до этого пробил раз 6 подряд. Слушай, не пробивается ли скотина? А вот сейчас пробил. По поводу досывателя еще раз, ребята, то есть смотрите, да? То есть я не успеваю сводиться между перезарядкой. И куда мне еще досылатель, ну серьезно? Для ближнего боя норм. Ну, для ближнего боя, как бы, Черчиллю не только на ближнем бою приходится воевать, поэтому я бы не стал бы так. То есть так надеяться на то, что нам только в ближнем бою придется сталкиваться. Ситуации разные бывают. Ну, понятно, что от досылателя хуже вам не будет. То есть вы можете просто не стрелять, если вы даже перезарядились. Просто раньше зарядишься, да и все. Да, то есть, но как бы просто другой вопрос, что вместо него можно ту же вентиляцию, то есть, поставить и... То есть я вот сейчас вообще... Что, собственно, что я и сделал. То есть я вот сейчас КВ-шку буду разбирать. Ну, вот это вот. Ее вынесли. Все, ну и гриль. Ну, урона я нанес немного, 1118, в принципе. Нормально. Дадут, да, конечно. Ну, для 5-го уровня, да, ничего. Ну, ничего тут не сделал, меня ни разу, кстати, не пробили за весь бой. И, по-моему, по мне толком и не стрелял никто. Такой, вот это реально такой средний бой обычный. То есть, ну, по урону так. Обычный средний бой вот на Черчилле. Вот, и как мы видим, то есть 36 всего, 35 чистыми, то есть нафармил. И вполне ничего. Так, что, и давай последний бой на чем-нибудь выкатимся. А на чем, ну, выкатимся? Давай на 103-х еще последний раз. И все, уже на этом... Сейчас еще раз постоим под арту. Да, еще раз постоим, сейчас я расскажу вам какую-нибудь историю из жизни, да. Ну, всего 4 арты, немного. 3, а нет, 4, действительно. Еще и сторона эта. Ты еще уже загрузился? А, у тебя SSD-шник. Я загружаюсь. Ну, красиво жить не запретили. Я загружаюсь еще раньше, чем нажимаю в бой. Я рад за тебя. Надеюсь, ты не будешь говорить, что спонсор твоего там этого, там, не знаю, такой-то. Спонсор моего SSD-шника, моя зарплата. Понял. Не знаю, я что-то, когда вот делал апгрейд, что-то посмотрел на эти SSD-шники, так посмотрел, и что-то понял, что нафиг оно мне не нужно особо-то. Ну, да, не знаю, я... Принципиально в принципе... ничего в этом нет. То есть мне вот, что раньше был я с обычным винчестером, что сейчас с SSD-шником, мне как-то вот совершенно пофигу. Быстрее просто проги загружаются, игрушки быстрее загружаются. Ну, это да. Так-то, как бы, в плане производительности он вам... Ну, если вы не, у вас там приложение не работает, то есть постоянно с жестким диском, да, то есть, то как бы особо оно вам ничего не даст. Просто комфорт, как бы, увеличится от пользования. Все. Я вот сейчас больше задумываюсь о том, чтобы RAID массив сделать, там, как он называется, чтобы это... Информация, в общем, дублировалась на два жестких диска сразу же. Что если один полетит, то можно восстановиться второго. Я не очень в этом шарю, не помню, как называется там. Помню, что RAID массив, а дальше не помню.
Ой-ой-ой, меня засветили. Беда, беда. Чар огорчения. Я не понимаю, где он ездит-то. Нет. А, он за двумя, за двойным забором, все понятно. Я заехал за какие-то непонятные. Вся арта по мне отстрелялась, как ты говоришь. Решил я сломать забор. Я хочу. Сколько пробоя у утки? На, не знаю. Слышишь? Не знаю, сколько пробоя у утки. Я знаю, что мне хватает пробоя, чтобы утку пробивать. Ё-моё, ребята, вы чё? Вы чё творите, хулиганы? Ты посмотри, а. Так, ну я как всегда не попадаю, естественно. Че я сделал? Я реально Киркоров. Ну, в этом никто как бы и не сомневался уже давно. С первого нашего выпуска, по-моему. Да, нас куча вам уже просто играть. На Черчилле куда круче. Ну, да, я согласен, в этом есть доля, то есть истина. То есть, действительно, на пятом уровне ты играть так веселее. Удобно стоишь под артой, прямо вообще, я... Я дамажу Е75, поэтому мне он у меня не обращает внимания пока. А сейчас арта на тебя обратит внимание? Ну, она... Вон уточку добей. Уточку, я... пускай вон Левушка добьет. Ну, добил Левушка уточку. На гусельке стоит уточка, добей уточка. Да я лучше Е75 продамажу еще раз, чем эту утку. Видишь, ты вот из-за тебя льва продамажили. Это нехороший человек. Ой-ой-ой-ой-ой, у тебя 120. Вот скотина, по касательной, я пробился всем. Так с всего-то пробоем, извините меня. Ну, два снаряда у него осталось. Вот 75-го его бы допинать. Он какой-то контуженный, что ли, он весь бой на одном месте стоял. Я ему весь бой, короче, стрелял и стрелял. Ты так говоришь, арта сломал. Весь бой на одном месте стоял. Это я так же, да, точно делаю. Давай-ка уже под мост куда-нибудь, а? Там 120, я боюсь его. Да это 120 на пол Федора он остался. Твою мать, я не удалось его продамажить. Если тебя это серп пошлет хороший дамаг, ты его изваншотить можешь, по идее. Но серп не пошлет тебе хороший дамаг. Ты себя плохо вел. Рикошет от 50-120. Заедь уже под мост, а? Видишь, серп вообще недоволен тобой. Ты был, я вообще не, я не знаю, плохим, видимо, мальчиком. Тебе уголь. Я не принес жертву просто ему с утра. Тебе уголь в носочек положили. Я не принес в жертву соседского кота с утра, поэтому у меня сегодня не везет мне на дома. Потому столько арты в бою. Поэтому я не пробил КВ5 только что. Правда, я ему, конечно, выстрелил в этот. В лобовую деталь под диким углом. Что было довольно-таки опрометчиво с моей стороны. Ну, бой тоже ни о чем реально. Ну, 2, сколько там, 2400, грубо говоря, урона. Е75, он просто как стоял на одном месте, как-то вообще не шевелился, я ему кидал и кидал, то есть по нему. Я почти полностью его разобрал в одну каску. Не знаю, почему так вышло, то ли у него, может, какие-то проблемы там, я не знаю, с этим, с клиентом. Может, вылетел он вообще? Может быть. Нет, он в башне-то, по-моему, вертел. У него 0 фрагов. Гори! 300? Это ты на 300 выстрелил? Да бывает иногда, ребята, бывает. Кстати, Е75 пора покупать. Вот у меня еще КТ даже не куплен, потому что у меня нет денег, я для передачи бешеной бабки трачу все серебро на нее практически. Ну не все, конечно, но много уходит, чтобы туда-сюда покупать, продавать. Для тех, кто думает, что я после этого танки оставляю, это не так. Мне они не нужны. Меня тут спрашивают, почему ты не фармишь на пятом уровне? Ну, ребята, если есть прем-танки, фармить на пятом уровне, я смысла не вижу. Зачем они тогда были куплены, вопрос, да? Спрашивается. Понятно, что фармят эти пятые уровни гораздо хуже, чем прем-танк любой.
все. Поехал я за Т-95. Будет прикольно, если мне... Ну, ее закружить мне будет очень сложно с моей динамикой. Ты ее не закружишь? Она не закружу, она быстрее меня вертится. Ну, солью зато ей. На Т-95 ездят люди только с железной волей. С железными нервами. Да. С железной волей, поэтому... Ой, отлично я вообще выехал, ребята. Ну, ты ее хотя бы задержишь. Все, до свидания. Нет, бля. Прошу прощения за мой французский. Карусель начинает. Твою дивизию, а, ребята, она сейчас, я не смогу ее закружить. Едь прямо и уезжай туда вперед. О, смотри, ее поставили на гуслю. Только что без урона, кстати, я попал в гуслю, слышишь? Хотел на каток с уроном поставить. Ну и вижу. Ну что ты из 3 делаешь-то, а? Попадание опять. Из 3 уедь отсюда. Не-не-не, вот так вот прижмите ее. Слушай, я 3 раза уже попадание было без урона. Ты сейчас не пробьешь ее так, нифига. Как не пробьешь? Правильно. Жесть, 3800 дамага. Ну забавный бой получился с этой... Вот, на 103-м, ну, можно, в принципе, с 95-кой, но это очень-очень-очень щекочет нервы, ребята, потому что я, блин, это все-таки тяж. Ладно, на этом давай уже закончим, у нас сегодня не так какой-то долгий выпуск, по-моему, получился. Вот, да. Короче, мы все-таки вытянули на 54,5%, но это все благодаря тоже... Черчиллю. Да, ну, короче, смысл в том, что на 103-м, как бы, во-первых, сейчас на 9-х уровнях играть, ну, вот в такое время, да, выходные вечером, там, во время акции, тем более, не очень комфортно, много арты, да много не игроков. Не доставляет, ну, это никакого, да, удовольствия. Ну, да, ребята, да, да, вот тот же самый И7, вот, да, который с просто... С этими домами чего-то выжидать. Тихо, ну, Миша, это-то ладно еще. Мы все видели И7, да, который своих там валил. То есть неадекватов сейчас довольно много, на полном серьезе. То есть, ребят, да, если хотите поиграть вот в такое время, то есть вывод, да, лучше там возьмите Черчилль, там, возьмите там что-нибудь, покатайтесь просто. МС-1. Нет, ну МС-1 это уже педобирство. То есть возьмите Черчилль, пофармите заодно, поиграйте там. Или хотя бы на 8 уровне поиграйте. То есть 9 и 10 это уже доставляет, по-моему, какую-то боль. Так, ну на этом мы, наверное, сегодня закончим, да, то есть напоминаю то, что если у вас есть какие-то идеи для передачи «Братья по оружию», вы можете написать их либо в комментарии к этому выпуску, либо в моем паблике ВКонтакте в тему. Я специально, наверное, тему создам такую еще. Да-да-да. Да, специально создам такую тему, там можете написать вопросы, если мне хотите задать какие-то, то задавайте их тоже в паблике, там есть в разделе обсуждения есть тема такая, специально для вопросов, там я на них отвечаю. Вот, и не забывайте подписываться на паблик. Вот. Ну и, естественно, подписывайтесь на канал, на мой, если все еще не подписаны. Если наши унылые сегодняшние кустостоятельные покатушки вам все-таки непонятно почему понравились, то ставьте большие пальцы. Ну, если не понравились, я вас пойму и почти не буду ругать. Ставьте тоже большие пальцы, только повернутые вниз. Вот, на этом всем счастливо. Побольше, не знаю, там, хороших боев всяких. И поменьше сливов. Пока. Всем пока.